Здравствуйте! Приветствую всех, заглянувших на канал «Умно и разумно». Сегодня речь пойдет о нескольких простых экспериментах, которые вы можете провести в домашних условиях, и о том, как можно хорошо отличить хороший шоколад от плохого. Как вы знаете, на рынке сегодня очень много некачественных шоколадных конфет, в которых вместо какао-бобов – какао-масло, а вместо масла какао – дешевое пальмовое масло. Такой шоколад, если даже не вреден, то в отличие от высококачественного и не полезен тоже. Первое. Нужно сжать конфету в ладони. Масло какао тает уже при температуре 30 градусов по Цельсию, в то время как пальмовое масло начинает таять при 40 градусах и выше. Если вы сожмете в ладони конфету и она быстро растает, это значит, что в ней, скорее всего, масло какао. Второе. Бросьте конфету в стакан с молоком. Шоколадная конфета содержит масло какао и какао-бобы. Он быстро утонет в стакане обычного молока, но нужно брать именно молоко, а не воду. Низкокачественная конфета из порошка и других растительных масел останется плавать на поверхности молока. Третье. Поставьте конфетку в морозильную камеру. Хороший настоящий шоколад в морозильной камере побелеет, а цвет плохого и поддельного шоколада, скорее всего, не изменится. Четвертое. Оцените внешний вид шоколада. Шоколад хороший, блестит, в то время как низкокачественные шоколадные конфеты, в которых нет масла какао и какао-бобов, выглядят матовыми. И последнее, пятое. Прочитайте, наконец, состав. На большинстве упаковках конфет производители весьма честно указывают состав. Правда, большинство потребителей этот состав никогда не читают. В хорошем шоколаде есть всего три ингредиента. Это какао-бобы, масло какао и сахар. В плохом вместо какао-бобов в лучшем случае какао-порошок, а вместо масла какао дешевые растительные жиры. Пальмовое масло, если дешевое, многие производители предпочитают использовать именно его, а на упаковке указывать растительное масло. Хороший шоколад стоит почти в два раза дороже низкокачественного, но он во много раз полезнее, поэтому лучше есть шоколад редко, но выбирать качественный и самый лучший. На этом у меня все. Благодарю всех за внимание. Делитесь видео с друзьями, знакомыми, ставьте лайки и, конечно же, подписывайтесь. Всем пока!